Твери проходит выставка живописи и графики известного городского архитектора Алексея Жоголева «Респекция». Экспозиция, составленная в основном из работ 2018 года, привлекла внимание тверичан. О том, что вдохновляло, нашей съемочной группе рассказал сам автор. Всего здесь представлено порядка 80 работ. Алексей Жоголев применял разные техники. Это как привычная для него бумага и пастель, холст и масло, бумага, тушь и цветной карандаш, так и освоенные недавно акриловые краски. Помимо этого использовал коллаж. Но все-таки, подчеркивает автор, он в первую очередь архитектор. Вдохновение на живопись и графику черпает в путешествиях, в основном в Европу. Это только зарисовки с натуры, это никогда не, там, ни фотографии, ни память, ни открытки. Вот, потому что сидеть на конкретном месте и впитывать атмосферу этого места, это гораздо интереснее. То есть, а самое главное для меня это получить, в общем-то, определенный вот такой вот катарсис, что ли. Часть произведения творец написал в натурном классе, который действует в Твери при городском музейно-выставочном центре. Художник стремится ухватить живую жизнь. Для него это уже третья попытка организовать в областном центре культурное пространство, которое бы объединило единомышленников. Эта выставка по просьбам горожан может продлиться дольше намеченного срока. Возможно, мы просто где-то с 20 числа слегка обновим вот то, что здесь представлено, вот, чтобы, ну как, для тех, кто уже приходил, чтобы был шанс прийти еще раз и увидеть что-то новенькое. Следующая выставка фотографическая, которая готовится, она может немножко затянуться в своей подготовке. Фотографии будет выставлять уже другой автор. Мероприятие в плане на февраль. Станет ли этот комплекс местом притяжения в непростые экономические времена? Время покажет.